В среду в региональном правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по контролю за неосвоенными земельными участками. Сейчас в регионе ситуация с так называемым недостроем обстоит намного лучше, чем в предыдущие годы. На 16 земельных участках, что составляет более 30% от их общего числа, достигнут положительный результат. 7 объектов введены в эксплуатацию. Это центр технического обслуживания автомобилей город Кохма, магазин город Кохма, административные здания город Кохма, кафе город Иваново, торговый комплекс «Магнит», город Иваново, торговый центр «Ивановский район», деревня Крутово, автомойка на 2 поста, станции техобслуживания и шиномонтаж, деревня Бухарова, Ивановский район. Особое внимание хотелось бы обратить на положительные моменты, которых удалось достичь по вопросу освоения еще 2 земельных участков. Это земельный участок, расположенный в городе Иваново по улице Котовского, который не осваивался более 10 лет. Но не все так радужно. В регионе по-прежнему есть объекты, строительство которых затягивается. Например, земельный участок на бульваре Кокуй уже долгое время не освоен. По словам представителя компании-застройщика, готовое здание здесь появится не раньше 2016 года. Где-то в январе-марте 2013 года предпроектная разработка. Получение технических условий, согласование, получение разрешения на строительство – апрель-июль 2013 года. Проектирование – июль-декабрь 2013 года. В январе-марте 2014 года согласование проекта, экспертиза, согласование Ростехнадзора. И уже май 2014 по май 2016 строительство объекта. И в 2016 году хотелось бы банку в этот объект въехать. Такой срок руководство города не устроил. Глава администрации предложил содействие городской мэрии в этом вопросе, лишь бы сократить сроки. А если метод пряника не сработает, есть еще кнут. Раз уж взяли земельный участок, сделайте фасад, отделайте красиво, а дальше хоть в 2018 году вводите и зарабатывайте. Никаких проблем нету. Ну просто, чтобы не было некрасиво. Это же все-таки действительно место такое нормальное. В областном центре главный долгострой располагается как бельмо на глазу в самом центре города, на проспекте Ленина. Это кинотеатр «Центральный». Компания-собственник сейчас проходит процедуру банкротства, поэтому сроки затягиваются. Ориентировочно, вот недавно было у нас совещание с участниками общества, значит, планируется начало работ на весну текущего года. Проектировщики нам обозначили сроки выполнения где-то, ну, в соответствии с конструктивом нашего проекта, от 6 до 11 месяцев. То есть сроки выполнения работ по реконструкции. В центре города такая помойка, стоит грязь и так далее. Ну, чего там, значит, позорите город? Это скорее компетенция. Мы улицы там благоустроили, улицы Степанова привели в нормальное состояние. Напротив школы, значит, гимназия 30-я. И, значит, вот дети выходят оттуда и смотрят на это безобразие. Из проспекта Ленина, значит, проезжающие гости тоже обращают внимание за это безобразие, которое стоит. Так что, несмотря на всю проделанную работу, недострой еще не початый край. В 2013 году работа в этом направлении будет продолжена. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.